Не только курорты, которые построил ММК, привлекают гостей. Сам Магнитогорский металлургический комбинат также интересен для туриндустрии. Менее полугода назад стартовали экскурсии на промплощадку для всех, кто хочет познакомиться с одним из крупнейших производств в стране. Накануне побывали там и специалисты научно-производственного объединения «Андроидная техника». Вместе с ними прошелся по двум цехам – девятому листопрокатному и доменному Павел Берсенев. Сейчас все большую популярность набирает так называемый промышленный туризм. Это экскурсии на действующие производства. И в России едва ли найдется еще одно предприятие по зрелищности и масштабности, способное затмить ММК. Гости из НПО «Андроидная техника» занимаются разработкой и внедрением робототехники. Это предприятие успело получить несколько сертификатов и заключить крупные договоры. Их наработки используются в медицине, промышленности и даже в космической отрасли. Запуск стана 5000 в 2009 году для металлургии России также стал событием космическим. Он снабжает толстым листом самые крупные предприятия нефтегазовые и мостостроительные отраслей. Его площадь 13 гектаров, протяженность 1200 метров. Мощь и масштаб неизменно вызывают восхищение даже тех, кто знаком с металлургией не понаслышке. Например, Евгений Дудоров раньше работал на ММК. Он был механиком металлургического оборудования 10-го листопрокатного цеха. Интересно всегда вернуться в то место, где когда-то начинал трудовую деятельность, да, посмотреть, что изменилось, вот, как поставлен производственный процесс, показать гостям, которые приезжают в наш город, вот, что действительно есть такое крупнейшее предприятие в России, на котором очень много различных технологических циклов и как эти технологические циклы, собственно говоря, выстроены. Далее экскурсия вела в доменный цех. Ко времени, когда гости оказались на этой площадке, уже была пробита ледка и можно было насладиться завораживающим зрелищем, как льется расплавленный чугун. Провели делегацию на пульты управления 9 и 10 доменных печей. Там экскурсантам в общих чертах рассказали, как происходит процесс выплавки. Интересно, познавательно, полезно. Я работала тоже в производстве комбината в течение 7 лет, но комбинат видела только снаружи. И сегодня впервые оказалась в сердце комбината. Конечно, это очень интересно, зрелищно и очень тяжелый труд. Это настоящие мужчины, пример всем мужчинам. Конечно, очень тяжелый труд, но ребята молодцы. Посмотреть своими глазами на то, как выплавляется чугун, как рождается сталь или раскаленный сляп превращается в лист, может любой желающий. Для этого нужно подать заявку на сайт ММК Тур. Также все вопросы можно уточнить по телефону 25 22 40. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.